Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. На суд пришедших администрация городского округа вынесла 4 вопроса, 3 из которых носили частный характер. У горожан попросили одобрение условно разрешенного вида использования 2 земельных участков, расположенных в Крым-Сараево. Один из них попал в охранную зону аэропорта, второй оказался поблизости с еще не существующей железной дорогой. Также пришедшие на публичные слушания горожане одобрили отклонение от максимальных параметров в микрорайоне Восточный 2. Один участок на улице Южной оказался больше дозволенных 15 соток. К тому же владелец решил разместить на нем личное подсобное хозяйство. Для этого ему потребовалось отдельное разрешение. Последний вопрос касался проекта земельного участка, на котором будет проходить реконструкция Орландского нефтепровода. Кусок трубы находится недалеко от села Ташкиново.